Ожидается усиление ветра до 20, а в горной местности до 25 метров в секунду. Температура понизится до плюс 5 градусов. Сочинцев просят воздержаться от поездок в горную местность, а водителям настоятельно рекомендуют поменять летнюю резину на зимнюю. Прогнозируется и резкое повышение уровня рек. Впрочем, к таким сюрпризам погоды все городские службы полностью готовы. Снегоуборочная техника переведена в состояние повышенной готовности. Ухудшение погоды ожидается сегодня со второй половины дня. Значит, пойдут обильные дожди с усилением осадков в виде дождя, а в горной части в виде мокрого снега с налипанием. Поэтому вполне возможны и перебои с электроэнергией,